Видите, с кришнаитами какая сложность? У нас с вами есть и материальные желания, и духовные. В третьей главе Бхагавадгиты Кришна говорит о трех категориях людей. Те, кто не верит, те, кто не знают, не верит, и сомневающиеся. И вот сомневающиеся самые несчастные. Потому что те, кто не знают, ну, про Хари Кришна, ну, как бы у них проблем нет никаких. Те, кто не верит, тоже никаких проблем нет. Они говорят, да, это все вообще не нужно. А вот те, кто верят, но сомневаются, у них проблемы. Потому что они как раньше не могут, да? То есть вот как жить как свинья, как бы сложно уже. Ну, как бы можно, да? Но человек чувствует, что-то вот не для этого я создан. Что-то вот, ну, как бы есть альтернатива. И как преданный тоже не получается, потому что, ну, как-то вот, ну, вот и то, и то. И Кришна ему говорит, Арджуне-то, как вот эти сомнения-то побороть. То есть самое несчастное – это сомневающийся. Говорит, и поэтому занимайся служением, чтобы избавиться от сомнений. То есть вот как сомневающийся человек, вот в нашем случае, да, когда есть и то, и другое, у нас тут два варианта есть. Два варианта. Как избавиться от страданий. Да, в этом мире страдают два вида живых существ. Это дураки и святые. И вот как бы выбирай, в какую сторону прогрессировать. Понимаете, да? То есть, ну, либо туда, либо туда. И тогда все нормально. Ну, надо было тогда дураком становиться, ну, до конца как бы, да? И тогда все нормально будет. Ты просто дурак и все. И счастливый дурак. Вот. Ну, либо парамахамсой надо становиться. Вот. И Арджуне советует становись парамахамсой, избавься от сомнений. Как избавиться? Служением занимайся. Опыт придет, вкус придет, и тогда у тебя не будет сомнений. Тогда вот это вот, ну, пересилит твоя духовная составляющая. Вот, поэтому, если этот вопрос такой возникает, ну, знаете, бывает, что там человек перегрелся, там, и вот он такой, я вот не могу, у меня вот уже все тяжело, вот. Ну, делайте, что можете. А что делать? Вот можно просто киртаны включать, Вот нравится просто, ну, прийти, вот побыть на программе или просто на просад прийти. Ну, придите на просад. Вот что, вот, вот как бы вот, вот что пока можно делать. У меня друг, мы вместе с ним пужарили еще на беговой, и в какой-то момент он исчез. И я думаю, куда он, ну, как-то жалко. Куда пропал? И через несколько лет я его встречаю. Я его так видел иногда, потом встречаю, и он опять пуджарит там все. Я говорю, а как ты, чего ты? Говорит, я какое-то оскорбление совершил. Совершил оскорбление, и у меня вот полностью отбил интерес к сознанию Кришны. Мало того, интерес к сознанию Кришны, я не мог даже просад принимать. То есть я приходил, ну, как, ну, хоть поесть там, я не знаю. А я ем просад, и меня выворачивает. Я не мог есть просад. Год не мог есть просад. Потом реакция прошла, и он как-то стал приходить, и есть просад, и потом он опять стал пуджари. Ну, то есть на несколько лет он просто вот, ну, такая реакция была сильная. Вот. Но потом восстановился, все опять нормально. Вот, и это я к чему говорю, что когда, ну, бывают реакции, ну, уже там упустили, что-то там мы наделали уже такое, ну, вот, ну, реально что-то совсем тяжело, и я ничего не могу, и даже прийти не могу, и то не могу, ну, хоть что-то-то вы можете делать. Вот хоть что-то надо делать. Пусть по чуть-чуть, пусть там по крошке, пусть немного. Главное, что мне нужно делать, это никого не надо обвинять в том, что с вами произошло. Не надо критиковать. Вот если критики нет, то оно пройдет. Оно восстановится. Вот если критика такая, то долго будет восстанавливаться. Это долго будет. Так что делайте, что можете. Вот. Главное, хоть что-то делать, и оно восстановится.